Колеги, доброго дня. Розпочинаємо, раніше продовжуємо робочий день у прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Нашим спікером зараз буде пані Марія Максакова, оперна співачка та колишня депутат Державної думи Російської Федерації. Вона розповість про свою діяльність громадську в Україні, про нові проекти та так само відповість на ваші питання, які їх хвилюють. Пані Марія, прошу до слова. Пані та панове, доброго дня. Я кілька слів скажу перед початком нашої прес-конференції. Ви бачите тут Марію Максакову, світової слави оперну співачку, в минулому депутатку Держдуми Російської Федерації, яка нині мешкає в Україні. Вам всім чудово відомо, що тут загинув її чоловік. Це вбивство, це не тільки трагедія для пані Марії, це ще дуже скандальне, нагле вбивство взагалі в Україні, яке змусило би посіяти певну паніку в нашому суспільстві. Але кожна сильна і благородна людина чудово розуміє, що відповідь на терор, або відповідь на вбивство, або відповідь на намагання сіяти паніку може бути тільки щось, що продовжує життя. І тому, маючи великий досвід роботи, громадської роботи і роботи з талановитими дітьми, пані Марія Максакова засновує унікальний для України фонд, присвячений дітям українським, які люблять академічну музику. Я маю честь бути одним з членів наглядової ради цього фонду. В наглядовій раді цього фонду людей небагато, але там є легендарний наш диригент Роман Ісакович Кофман. Ми знаємо чудово, що він ще й був свого часу диригентом Бонської філармонії. Також видавець пані Поліна Лаврова, яка свого часу війшла в топ-100 діячів культури України. Вона, крім того, що видає багато української історичної літератури, була тим видавцем, який видав Сенцова першу книжку. Ну і мене звати Костянтин Дорошенко, я арт-критик, куратор сучасного мистецтва, журналіст, з музикою пов'язаний хоча б тим, що перша моя стаття була присвячена опері Ріхарда Вагнера. Але прошу послухайте, будь ласка, пані Марію, те, що вона хоче подарувати Україні сьогодні певним чином день народження нової унікальної події, нової унікальної традиції, нового унікального фонду. Прошу. Так, мій дорогі друзі, ми починаємо сьогодні нову справу. Так, це день народження мого фонду, який ми створюємо для підтримки талановитих дітей України, таких, хто вже грає, вже хоче, вже зробив великий прогрес, і вони є маленькі, вони є вже великі. Так, я, якщо можна, перейду на русский, тому що мені буде немного проще. Це діти, яким від 5 до 18 років, у мене дійсно дуже великий опыт в подобной роботі. Раніше я, безусловно, делала її. Ну, вначале ради астраханских детей, потом уже для всех детей в России. Конечно, это огромный опыт, который я там приобрела. Безусловно, опыт сын и ошибок, и гений парадокса вдруг. В этом смысле, что я, конечно, отшлифовала свой изначальный замысел, который у меня был. И я понимаю, что на сегодняшний день, наверное, такая работа может принести очень много пользы Украине, потому что, с моей точки зрения, даже если родители этих талантливых детей по какой-то причине, ну, совершили, как бы скажем так, ошибку, поняв так себя, оценив себя какой-то другой страной или другими людьми, то дети, они в этом не виноваты. И я думаю, что вот наш фонд – это такая гуманитарная миссия, такая попытка впитать вновь в себя вот всех детей Украины. Всех детей Украины, которые, ну, по разным причинам родились в разных ее частях, но для нас это дети Украины. Это в том числе и дети освобожденных территорий и, естественно, оккупированных зон в том числе. Поэтому мы ставим перед собой задачу, безусловно, поехать максимально везде приехать и отслушать детей, сделать там все прослушивания необходимые и придвинуться максимально к допустимой для, ну, меня, допустим, с точки зрения
там, и безопасности, в том числе максимально к границам, которые контролируются украинской территорией, да, Украиной. И во всяком случае создать некий гуманитарный коридор при их желании мы с удовольствием как бы примем в нашу программу, в том числе и детей с оккупированных зон. И вот так я себе вижу, ну вот свою какую-то миссию, потому что мы с Денисом, конечно, планировали жить в Украине, и мы очень хотели еще родить ребенка, наверное, это звучит в моем возрасте так несколько легкомысленно, но тем не менее, один раз же еще вот тоже получилось, и мы думали, что у нас родится обязательно украинец. Ну, Ваня и так украинец наполовину, но мы еще хотели, чтобы по праву почвы и по праву крови. Вот. Но вот у меня, наверное, вот такой вот украинский ребенок теперь есть. Я думаю, что Денис был бы очень доволен. Я это делаю, безусловно, в его память, потому что его кровь осталась здесь, и у меня есть его ребенок, в котором течет украинская кровь. И теперь вот у меня есть такой вот новый ребенок, настоящий такой украинский ребенок. И я очень хочу все свое умение, знание и опыт, потому что я закончила, вначале я закончила центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории как пианистка, причем закончила ее очень хорошо, со всеми пятерками. Надо сказать, что я не знаю, есть ли здесь среди вас музыканты или нет, но эту школу ну, невозможно закончить, как вам сказать, одной левой, это вообще исключено. То есть на 2 года старше меня учился, допустим, пианист Денис Мацуев. Ну, просто я известный человек, и поэтому я вот его привожу в пример. И поэтому первая моя специальность была, безусловно, фортепиано. Это среднее специальное образование, которое дает право преподавать, к примеру, там, работать концертмейстером и многое другое. А уже потом я поступила в Гнесинскую академию, в Академию музыки имени Гнесиных, которую закончила с красным дипломом. Потом я закончила аспирантуру Гнесинской академии, ассистентуру, стажировку. У меня был большой очень класс, я много лет преподавала, я была старшим преподавателем Гнесинской академии, поэтому как бы моя жизнь, она тесно связана с, ну, двумя, получается, музыкальными специальностями, в том числе получилось так, что я все время преподавала в своей жизни, в том числе двум своим старшим детям, которые выигрывают теперь конкурсы, одна арфистка, другой пианист. Вот. И, в общем, я к тому это рассказываю вам, что весь свой опыт, все свое умение, я на сегодняшний день, ну, может быть, это такая гуманитарная месть, я согласна, что месть – это тоже такой двигатель. Конечно, мне очень обидно, моя жизнь поделена навеки пополам, и все, что я могу во славу Дениса, во славу его выбора сделать для того, чтобы Украина почувствовала себя более уверенно, более счастливо, чтобы весь мой опыт лег туда, где действительно он найдет спрос. Я сделаю то, что я делаю хорошо, что я умею делать. Вот. И это будет общий украинский национальный проект, который, я надеюсь, в результате будет таким объединителем, настоящим объединителем Украины. Дякую дуже, колега журналіст. Давайте. Я думаю, що все-таки перед тим, як будуть питання, можливо, Марія, розкажеш нам, як функціонуватиме цей фонд, тому що це ціла мережа, сеть для молодих талантливих дітей. Угу. Тому що не просто ніяка, тому що благотворительність буває різна. Да, много фондів, різні підходи. Да, у нас, конечно, просто вы понимаете, я вам сейчас не буду рассказывать, наверное, вот во всех подробностях, потому что мы в стадии формирования некоторых виртуальных, в том числе, пространств. Все дело в том, что мир стал круглым. В свое время я... Сначала это был просто благотворительный Астраханский фонд, потом я придумала вот эту затею, которую меня просто выхватил в тот момент, был у нас... президентом, по-моему, Медведев. И единственное, что его волновало, как же так, вы сделаете всех этих детей настолько легко, быстро узнаваемыми и популярными, а если у нас их заберут другие страны? Я говорю, ну они же не физики или там не химики, которых можно прятать в каких-то подвалах, и они бы что-то такое выдумывали, и мы бы пользовались, так сказать, плодами их усилий, а их бы самих бы никто не знал. Артист отличается тем, что он интересен только в случае, если он востребован, нужен, известен.
Поэтому где бы потом в результате дети, которые прославятся, в результате пойдут по лучшим, так сказать, на лучшие сцены мира, где бы они ни выступали, они всегда будут детьми Украины. Они всегда это будут делать во славу той страны, которая их родила. И в этом смысле, наша задумка, она достаточно сильно отличается от большинства аналогичных задумок, потому что фонды, они, как правило, собирают на себе одних и тех же детей и дублируют. То есть, если, допустим, это фонд, ну, известных людей, вот в России, например, так происходило, что есть фонд, допустим, Спивакова, Розума, есть тут же фонд «Новые имена», и эти же самые дети из фонда в фонд качуют, и создавая ощущение, что у фонда есть, и у этого фонда есть талантливые дети, там 200 человек, и у того, на самом деле это все те же самые дети. Так вот, идея заключается в том, чтобы и самих детей высветить, вывести на передний план, дать им возможность общаться даже напрямую, в конце концов, и с громадянским суспильством, и со спонсорами. И у нас есть определенная наработка, которую, естественно, я тоже привезла, и мы ее здесь реализуем. Это вот, ну, сейчас не хочу забегать вперед, если наберетесь терпения еще вот на месяц работы, пилот уже будет готов к тому времени, как именно. Здесь самое главное для нас сейчас, чтобы дети... Во-первых, высылали нам, у нас есть отборочные туры, чтобы я понимала, если где-то есть уже хоть какое-то небольшое скопление детей, просто вы поймите, что я занимаюсь действительно продвижением детей, одаренных в области академического искусства. Я сейчас не к тому говорю, что я там, я буду делать то, что я умею делать. Я, конечно, счастлива была бы помочь вообще всем, но в моем случае я буду заниматься теми детьми, как бы судьбой которых я действительно могу качественно заняться и качественно ее улучшить. Поэтому мы говорим о тех, кто уже сделал большое движение, либо если ему там 5 лет, что он просто сам по себе действительно бесконечно одаренный, такое бывает. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы выявлять детей с абсолютным слухом, с усидчивостью, с определенными навыками уже имеющимися. Как правило, это возникает все вокруг какого-то такого педагога, потому что иногда этот педагог при этом он мог быть пострадавшим от какой-нибудь интриги, он, может быть, не заведует там кафедрой у себя, где он работает. Может быть, он, наоборот, где-то в стороне творит свой, так сказать, ну, вот, труд изо дня в день и вот делает вот этих вот детей особенными. Поэтому, как только мы их начнем выявлять, естественно, мы будем ездить туда сами. И дальше у нас будет взаимодействие с детьми для того, чтобы, в принципе, я, когда я закончу вот с таким основным процессом, могла бы даже сделать как бы шаг в сторону и сделать все, чтобы эти дети стали известны Украине, чтобы Украина напрямую была заинтересована в них. То есть я фактически, может быть, буду каким-то проводником для того, чтобы познакомить Украину с самой собой, в смысле того, каких она удивительных. Это, я вам скажу, абсолютно не какая-то там лесть или лицемерие. Даже когда ко мне приезжали студенты, то есть если я только видела, что либо фамилия украинская, либо понимала, что приехал человек из Украины, я понимала, что это наверняка будет яркий, талантливый, способный, шустрый, умный и такой вот организованный студент. Поэтому здесь, безусловно, наверное, многие стараются сделать нечто похожее. Сегодняшний день мне предоставляет просто такую возможность из-за того, что ко мне ненормальное внимание со стороны вот, средств массовой информации и в целом со стороны общества. Я бы хотела все это внимание из какой-то такой трагической сферы вот воспользоваться тем, что это внимание ко мне с вашей стороны есть, и переключить ваше внимание вот на этих самых замечательных детей, которые в этом внимании нуждаются и которые его достойны. Вот такие планы. Я думаю, что мы еще с вами встретимся, когда мы ближе подойдем к открытию уже непосредственно вот этого большого портала, которым мы занимаемся, и тогда вы, наверное, лучше поймете, как работает этот механизм, вот, и я очень надеюсь, что мы будем успешны еще и потому, что мы сегодня с вами собрались совершенно случайно в день летнего солнцестояния. Это самый счастливый день считается в году. Вот такое какое-то событие вот именно сегодня произошло.
Я очень благодарна всем тем, кто в меня поверил и пошел со мной. Ну, нашу Ледовую Раду вы уже видите. Здесь моя замечательная Татьяна Цыба вот, занимается издалека, со стороны. Вот, она такой большой двигатель и мотиватор всего, что здесь происходит. Очень благодарна Константину, безусловно, очень благодарна Полине и Роману Исаакчу. Может быть, не очень такая, скажем, большая, но очень квалифицированная у нас наблюдательный совет. Возможно, он еще будет разрастаться, но для нас самое сейчас главное вот сделать начальную базу. Нам надо, вот я не знаю, как вы считаете, я считаю, говорю, мало золотник да дорог. Пусть у нас будет не там 2000 детей в итоге, а 400 человек, но зато это будут, ну, каждый из них будет, я не знаю, жемчужиной, абсолютной жемчужиной. И вот в таком направлении мы будем двигаться. Очень надеюсь на вашу поддержку. Дякую, Марія. Коли журналісти, нагадую, що перед тим, як ставити запитання, представляйтесь, будь ласка. Прошу. Алла Шершень. Расскажите, пожалуйста, когда начнется, стартует ваш проект и кто, куда нужно отправлять заявки? Он стартовал, мы зарегистрировали фонд, у нас есть адрес лендинга, куда можно уже сейчас, прямо хоть с сегодняшнего дня, высылать видео, которое мы, естественно, будем отсматривать. Но я считаю, что здесь важно очень взаимодействие, потому что не только отсматривать там, понимаете, вы же не видите, как это происходит. Интересно, когда мы будем приезжать в регион, и все эти прослушивания будут происходить совершенно открыто. Более того, у нас еще есть в системе заложено и зрительское голосование в том числе, потому что, ну, если даже мы не посчитали кого-то до конца достойным, то мы даем такую возможность зрителям все же таки повлиять на наше мнение и сделать так, чтобы этот ребенок все-таки очутился в этой программе. Чи є ще запитання? Телеканал ЗИК, Юлия Шост. Можно задать вопрос немножко на другую тему. Относительно вашего супруга, как продвигается его расследование и приглашают ли наши следственные органы вас там, на какие-то дачу показаний? Там, я признана потерпевшей стороной, поэтому, безусловно, я нахожусь в взаимодействии со следствием. Я с самого начала сказала, что я убеждена, впевнена, що це кримінальне спровадження буде зроблено і що вони дійдуть, дійсно і розкроють. Тому що я, коли побачила цих людей, це дійсно професіонали, дійсно люди, які ну, день і ніч займаються цим. І оскільки, мабуть, ну, раз ви задаєте питання, ви, мабуть, знаєте, що почалися затримання. Вот, поэтому, дабы соблюдать тайну следствия, я думаю, что нам просто надо тоже здесь в этом вопросе набраться терпения. Я не хочу что-то говорить лишнее для того, чтобы просто не ну, травмировать как бы их работу. Добрый день, Виктория Жуган, Радио Свобода. Вопрос к той же теме. Все-таки что вы можете сказать по теме тех задержаний, которые уже начались? Какой ваш комментарий, ваши реакции? И более конкретный вопрос. Я общалась с гражданской женой задержанного активиста Тарасенкова, и она считает, что на самом деле это просто атака против правых активистов и патриотов, и что случайно был выбран этот человек в качестве подозреваемого. Вы знаете, у меня есть второе высшее юридическое образование, я закончила МГУА и даже являюсь почетным выпускником юридической академии. Вот как эти называются люди-то, господи? В общем, есть такая категория людей, она, как правило, вот среди преступников доминирует, которые до конца будут отрицать свою вину, даже когда вы просто будете им показывать видео, будут стоять все свидетели, будут все вот вокруг ему говорить об этом, и он до конца, до самого конца будет говорить, это был не я, или что-то еще. Потом он будет говорить, я в этот момент себя не помню, или еще какие-то вещи выдумывать. Это люди, которые всегда будут отрицать свою причастность и вину. Но это же и отличие публичного права от, там, допустим, гражданского, то есть обществу нанесен
нанесено оскорбление, урон у общества, украдена жизнь таким образом, не только от непосредственно человека, что так и есть. Общественное обвинение заключается в том, что все эти данные будут потом публично раскрыты, и все абсолютно смогут убедиться в том, что следствие, и я вам это могу просто ответственно заявить, находится на верном пути. И вот какие-то ярлыки вешать по поводу того, что идет какая-то борьба с каким-то непосредственным там направлением украинской политики, это глупость, это не так. Это не так. Наступное питание. Мы все знаем, что следственные органы Российской Федерации параллельно идут расследование убийства вашего мужа. Давали вы им показания, и как вы относитесь к этому? Ну, я отношусь к этому, мне неприятно многое из того, что происходит, по той причине, что следователь, который расследует, как вы выразились, убийство Дениса, он же с 2011 года занимался фабрикованием против него, причем это было, как известно, Денис обладал, как, ну, естественно, иммунитетом депутатским, и поэтому это следствие велось в отношении неустановленного лица, но все прекрасно знали, в отношении кого они фабрикуют совершенно, ну, абсолютно вранье, да, и, ну, это делалось, как бы сказать, многие годы людей в нарушение всего, что вообще написано, в том числе Конституции Российской Федерации, там, и нарушая, попирая просто Уголовно-процессуальный кодекс ежедневно, вот они пытались сфабриковать это дело. Вот именно тот же самый следователь, который вот это фабриковал, сейчас расследует, значит, убийство. Убийство гражданина Украины на территории Украины. Вот как можно этим заниматься, это один вопрос. Второй вопрос, который у меня возникает в связи с этим, заключается в том, что еще раз должна сказать, что Денис, хотя, безусловно, был бесконечно талантлив в своей сфере, он занимался антикоррупционными расследованиями, это была как бы суть его жизни, он занимался этим очень успешно, и когда мы говорим о том, что такое там для нас Россия там, и русские, это одно, это люди, которые в какой-то степени сами пострадавшие от той системы, которая существует. В частности, от системы вот, попирания всех этих законных норм, и, то есть, начиная, еще раз говорю, от Конституции, Уголовного кодекса и особенно Уголовно-процессуального. Поэтому, когда в нарушении всего этого продолжается расследование в отношении него, тем человеком, который совершенно очевидно тенденциозен, как его зовут? Его зовут Денис Жаренов. И я понимаю, как и какими механизмами это все движется. Только единственное, что Денис при всей своей, ну как вам сказать, при всей своей успешности вот в расследованиях и при завершенности многих дел, естественно, нажил себе бесконечное количество врагов именно в этой системе. То есть, чтобы было понятно, Денис в первую очередь воевал именно с этой системой, с таким левиафаном, который, в общем-то, и для самой России является, ну, большой трагедией, да, и приехав сюда, и даже мы сейчас не можем, я не буду называть там какие-то конкретные имена там людей, исполнителей, еще кого-то показывать пальцем, это просто неправильно пока, то вот тому же самому следователю хочется сказать, что из меня выросла большая проблема, чем был Денис. Вот Денис, безусловно, смотрел, зрел в корень, что называется, и действительно боролся с... Ну, просто вот как вот в пример бы я вам привела, если бы, понимаете, какой-то украинский Денис взял бы и вот все вот эти газели, которые вывозил Янукович в спешке, развернул бы в пользу госказначейства. Вот это был такой человек, который вот такими вещами занимался очень успешно. Что касается меня, безусловно, я... Вот там вот около премьер-паласа они убили не только его, они убили все, что во мне было договороспособным, компромиссным, все, что во мне было, ну, так сказать, вот сострадательным, что ли. А на данном этапе они создали из меня гораздо худшую проблему себе, причем, еще раз говорю, создал не Путин, не администрация президента, не Кремль, создала вот эта горстка людей,
которая в своих интересах, сроченная с криминалом, когда мне говорят, как это так, это там службы или не службы, я бы не стала проводить какую-то демаркационную линию между этими службами и криминалом. Криминал прекрасно сотрудничает, работает с ними и даже более того ждет, когда такая вот удача выйдет, что вот их попросят, если это правильное слово, выполнить какую-нибудь для них работу. Поэтому я считаю, что своим присутствием здесь, я очень рада, что Украина, наша любовь с Украиной взаимна, я хочу сказать, мне так кажется. И я считаю, что все равно они так или иначе нанесли ущерб нам всем, сделав это так дерзко, так отвратительно, так нагло. И я со своей стороны никуда не сдвинусь, никуда абсолютно. Я много часто слышу, что мне было бы удобнее. Мне не было бы удобнее. Мне уже никогда не будет ничего другого удобнее, я всегда буду здесь. И я хочу сделать то, что я хочу сделать, потому что я хочу развернуть это на пользу нам же, потому что сколько можно нас топтать. И что касается этого расследования в Москве, я в принципе представляю себе, что может закончиться даже так, когда мы продвинемся здесь, что они еще этих же самых виновных решат еще и у себя наказать. Потому что если вы думаете, что там кому-то непонятно, кто это сделал, там все понимают. Спасибо. Мария, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот во время убийства вашего мужа, в принципе, киллера убил охранник вашего мужа. Как сейчас он себя чувствует? Все ли он хорошо? Ну, он, слава богу, пошел на поправку. Он очень долго действительно лежал в больнице. И, в данный момент ему гораздо лучше. Ален Бобров, 1+1, программа «Украинские сенсации». Мария, скажите, пожалуйста, немного, я возвращаюсь к фонду Марии Максаковой, немного о механизме, как дети будут становиться этими жемчужинами, как вы сказали, и откуда будут привлекаться средства, если для этого необходимы будут средства? Я вам скажу, что на начальном этапе средства не такие великие. Средства понадобятся тогда, когда это уже будет сформировано, и мы захотим, чтобы, например, на вашем канале эти дети блестяще выступили, когда речь пойдет о концертах, о том, что нужно будет арендовать для них залы. Но это дело будущего. На данном этапе нашей такой инициативы, в общем-то, вполне достаточно. Про механизм я бы вам, конечно, рассказала, но это же моя придумка, которую я когда-то делала, и она очень успешно. Если я вам ее расскажу, кто-то может за это время захотеть ее повторить. Поэтому мне придется еще хотя бы полтора месяца подержать вас вот в таком неком напряжении и любопытстве. Вот. Но то, что этот механизм работает очень хорошо и продемонстрировал уже свою результативность, это точно. Мария, дякую. Я тоді запрошую... ще одне запитання. Если можно, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы собираетесь заниматься общественной деятельностью, как сейчас вам в Киеве? То есть вам не угрожают, вы чувствуете себя безопасно? Да, это вот самое такое во всем этом, понимаете, вот нам сейчас даже сложно с вами это понять, потому что я уже тоже давно, не пересекала границу и не смотрю особенно русских каналов, но когда сутками рассказывают о том, как меня здесь за русскую речь, вот вы, наверное, непосредственно должны были повесить, фонарного столба нету, на чем-нибудь распять там, или еще что-нибудь со мной сделать. То есть такие жутчайшие оговоры, которые постоянно приходится терпеть украинскому обществу, я вам даже хочу сказать, что я еще почему дважды восхищаюсь. Не только потому, что вы этого не делали и вас оговорили, а еще и потому, что вас оговаривают, и вы все же не делаете это. Потому что, конечно, это ничем не объяснить. То есть там перегревается все до такой степени, что, в принципе, те люди считают, что здесь ущемлен русский мир, что здесь кому-то мешают разговаривать по-русски, что если бы я не хотела учить украинский, я его просто люблю и учу поэтому, но, тем не менее, я думаю, что я бы вряд ли столкнулась со сложностями там объясниться, даже если бы я поехала во Львов. Все равно, если бы мне нужно было, наверное, бы меня поняли бы, так сказать, на русском языке в любом регионе Украины. Поэтому это, во-первых, еще и вот есть такое, абсолютный,
удар по этой вот самой многолетней уже теперь пропаганде, которая, ну, просто, ну, одно из двух, либо украинская речь, и Маша Максакова тогда чем здесь занимается? Как мне говорят, теперь забудьте, Маша это там, а здесь Маричка Максакова. Вот, то, соответственно, это уже само по себе. Ну, я считаю, что вот уже даже в этом уже есть какой-то смысл моего, так сказать, достаточно яркого пребывания в Киеве. Мне действительно очень уютно, я всегда любила Киев. Более того, хочу вам сказать, что когда-то меня сюда привез на бенефис, так скажем, не кто-нибудь, а ныне самый такой, наверное, центральный, значит, как сказать, пропагандист, Дмитрий Киселев, который, знаете, как любил Киев на том этапе своей жизни? Боже мой, мы приехали в клуб «Сковорода», там я давала сольный вечер, концерт, общение со зрителями, значит, с публикой и так далее. И он мне рассказывал, что если вот я еще до конца не почувствовала, что такое Киев, я вообще еще ничего не знаю ни про Русь, ни про что. Я, да, с его подачи, но вы знаете, как-то разошлись наши судьбы. Мы долго достаточно дружили, потом что, почему произошло в нем такая вот такая перемена, что он здесь увидел, не знаю где, как я поняла из этих эфиров, укрофашистов и жидобандеровцев. Вот это какие-то две категории людей, про которых постоянно говорят российские СМИ, но я не встретила ни одного человека, ни из одной группы, ни из другой, за все свои полгода, которые я живу, даже уже больше в Киеве. Дякую, Марія. Я тоді журналістів прошу. Так, тут про торт. Марія, розкажіть про торт, який так, у нас тут чекає. Про торт. Та сьогодні день народження фонду. Ми запрошуємо вас до святкового торту. Я хочу, чтобы мы его разрезали, во-первых. Да, может, мы вообще хотели, честно говоря, торт с шампанским, но нам вот не пошли навстречу, сказали, что в это время суток шампанское пить нельзя. Поэтому торт будет с чаем. Поскольку у нас день рождения сегодня, ну, зарегистрировали мы его несколько дней назад, но все равно я считаю, что день рождения это сегодня. Вот, то там торт, соответственно, с, ну, нашей жовто-блакитной символикой. Ну что, ну как, вот да. И я вас приглашаю отпраздновать наш день нарождения. Ну и уже за тортом чаем, тут я полагаю, что журналисты, возможно, я, наверное, поставить за даже, питание, как, наверное, будем его разрезать. Я даже не знаю, как-то вот я буду резать, да?